Оживленная улица Гребенская, проход на центральный пляж. Около торговых рядов отбоя нет от покупателей. Именно здесь специалисты управления муниципального контроля в ходе ежедневных мониторинга выявили два незаконно размещенных некапитальных объекта – ларек «Травы Кавказа» и деревянный стеллаж для торговли сувенирами. Подготовили пакет документов и направили в межведомственную комиссию. По решению комиссии 31 июля 2014 года решено демонтировать указанные объекты, на которой земельно-правовая документация не оформлена. К ларьку «Травы Кавказа» электричество подведено от соседнего магазина. И, конечно, услуги за расход электроэнергии никто не оплачивал. Электричество отключили. Специалисты управления муниципального контроля товар переписали, ларек опечатали. Такая же участь постигла деревянный стеллаж с сувениркой. Конструкции погрузили на эвакуатор, отвезли на специальную площадку. В течение 6 месяцев предприниматели могут забрать объекты, предъявив документы, подтверждающие право собственности. А вот хозяин третьего незаконного объекта вовремя отреагировал на информационную письмо. Собственник проинформирован о том, что его коммерческий объект установлен без оформления в установленном порядке разрешительной документации. Собственнику вручено информационное письмо с целью демонтажа добровольно указанных конструкций, на что собственник земельного участка добровольно отреагировал и привел прилегающую территорию в надлежащий вид. В летнем кафе на улице Трудящихся барная стойка, кухня расположены в пристройке частного дома. Столы для посетителей были расставлены на земле общего пользования. Теперь столы и стулья с тротуара убрали. Получали вы информационное письмо? Да, получал о том, чтобы демонтировать, убрать все с этой территории до тех пор, пока не будут сделаны документы, приведены в порядок. И что вы потом сделали? Убрал. Все убрал и жду, пока будет положительный ответ на мои документы. В Анапе за первое полугодие 2014 года демонтировано 30 объектов. Один капитальный и 29 некапитальных. Борьба с незаконно установленными павильонами, ролетами и другими сооружениями на курорте идет полным ходом.